Ну, я, конечно, когда был маленьким, я столько про Прометея, сколько сейчас знаю, не знал. Потому что, естественно, первые столкновения с ним это были, ну, книга Куна, «Мифы и легенды Древней Греции». Потом, по-моему, был какой-то мультипликационный фильм по мифам. Я помню, что про Прометея. Ну, он у меня всегда вызывал, прежде всего, сочувствие, потому что вот одна мысль о том, что человека приковывают к скале, и еще прилетает какая-то хищная птица и больно клюет ему в бок, это вызывало какой-то просто ужас. Вот. Про огонь я, честно говоря, не очень понимал, потому что в мифах они же все ходили полуголые, в туниках. И я так понимал, что в Греции жарко. Я не понимал, зачем им огонь-то нужен. Вот это я очень хорошо помню. Но как-то потом стало до меня доходить, что огонь — это не просто огонь, а что-то еще другое. И Прометей — это такой вот один из важнейших архетипов в нашем европейском сознании.